Наверное, это заседание мы должны были провести дней на 10-15 раньше, в начале января, я считаю так. Может быть, у нас не сложилась бы той тяжелой ситуации, которая на сегодня день складывается на дорогах, как сегодня. Ну, мы бы поправили бы ситуацию. По той простой причине, что на сегодняшний день мы уже имеем 20 погибших. Я вам хочу привести факты, как работают другие субъекты. Значит, количество ДТП в процентном отношении к аналогичному периоду прошлого года. Республика Татарстан минус 8,2%. Количество ДТП уменьшилось. Обратите внимание, минус 2,2%. Значит, количество ДТП Республика Марий-Эл, уменьшение минус 9,6%. Мордовия минус 3,9%. Чувашская Республика 16,6%. Пермский край 14,9%. Самарская область 11,5%. Это в процентном соотношении уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий в ближайших субъектах к аналогичному периоду прошлого года. У нас 8,2%. Что изменилось? Почему другие субъекты могут, мы не можем? Теперь по количеству погибших. Минус 12,7% по Республике Татарстан. Республика Марий-Эл минус 19,9% Республика Татарстан. Я по раненым взял. Еще раз, минус 19,9%. Марий-Эл 25,2%. Мордовия минус 23,8%. Самарская область 19,9%. Удмуртская область 17,5%. Нижегородская область минус 23%. Давайте зададим сами себе вопрос. Почему другие могут, мы не можем? Что у них лучше? Почему у них получается, у нас не получается?